Мои дорогие, с вами Оксана, и сегодняшнее видео посвящено обзору заказа с китайского сайта. Кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь. В этот раз заказ свой я сделала на сайте, который называется вот так вот. Можете посмотреть, набрать, но все равно я ссылки, конечно же, под видео оставляю на те продукты, которые мне они присылают. Я уже делала ранее заказ, девчонки, кто видео мои постоянно смотрят, и мне приходили сумки, если кто помнит, две сумки серые, одна большая и другая поменьше. В этот раз я опять-таки заказала целый комплект сумок, не одну сумку, а в наборе. Мне это очень интересно наблюдать, как это все выглядит в реальности, разница на сайте представленного, там фотография, и вот как в реальности все это мне пришло. Итак, предлагаю вашему вниманию распаковку по ссылке с китайского сайта, и я так полагаю, что это сумки. Тоже смотрела на сайте, выбирала и выбрала такой комплект. Я не знаю, совпадет ли реальность с тем, что там было представлено в фотографиях, но сейчас посмотрим. Я заказывала набор белых сумок. Вот так вот они выглядят. О, мне даже что-то такое интересненькое. Это вот сайт, с которого мне эта сумочка пришла. И я сейчас, вот, кто может зайти на этот сайт, посмотреть. Так, и начинаю распаковку сумки. А на этом сайте представлена обувь, сумки, есть одежда. В общем, сайт интересный, присмотритесь. О, мне даже продавец положил такой подарок. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. Брелочек. Видите, брелочек. Сейчас посмотрим, что тут. Сами сумки, вернее, вот этот комплект сумок, как вы видите, упакован сначала в целлофан, затем вот в такой мешочек, да, кстати, у меня приходила уже сумка вот с этого сайта, и они очень хорошо упаковывают свою продукцию. Тут сумка тоже так вот упакована. Сумка, сейчас рассмотрим, такого молочного цвета, и здесь еще сумка. Сейчас я сначала все достану, потом вам расскажу более подробно. Сколько бумаги наложили, чтобы она держала форму в конце концов. Так, что касается вот этой сумочки, я сейчас вам расскажу. Это комплект сумок молочного цвета, она не прям вот белого белоснежного цвета, а именно цвет молочный. Вот такой материал, естественно, это не натуральная кожа, это кожа, сам искусственный материал, но выглядит очень даже хорошо. И размер такой, посмотрите, размер очень тоже такой хороший. Покажу аутфиты с этой сумкой, потому что когда вот так смотришь, с размерами сориентироваться сложновато, а когда человек ее в руках держит во весь рост, это более такое создает более такое правильное, что ли, впечатление. Так, вот такая сумка. Следующая сумочка, это, о, еще и длинный ремешок, вот такой вот есть. Кому не нравятся вот такие блески, я, честно говоря, вот такие ремни не очень люблю, потому что они тяжелые, потому что они как бы удешевляют вот сам вид внешний. Я предпочитаю лучше белый, конечно, пристегну на белый ремешочек. Это вот такая сумка, можно носить ее в качестве почтальонки, внутри ничего особенного, без кармашков, либо просто в качестве косметички ее использовать. Ну, классная. Тоже из такого же материала выполнена. Так, и следующий, это уже кошелек. Кошелек такой белый. Но вот на ремешочек его также можно приспособить носить. Тоже, что очень-очень даже удобно. И давайте посмотрим, как внутри он выглядит.
Так, здесь вот такой замочек сейчас. Все. Открывается легко, просто неудобно, когда в перевернутом виде, получается, вверх ногами ты его открываешь. Так вот и замочек. О боже, здесь еще что-то. А, и как ключница. А, нет, не ключница, а для карт пластиковых. О, классный вот такой вот кошелечек. Тоже из молочного материала. Давайте, там больше ничего тут нет. О боже, есть. Есть еще и сам вот этот ремешок, на который пристегивать. Ну же, давайте пристегну. Ну все, пристегнула. Это вот такой ремешочек. Получается, так закрываешь, так застегиваешь, и на руке можно носить. В такой объем вполне поместится сюда телефон, кошелек, ключи, возможно, положить сюда. В общем, здорово. И следующее, это вот такая сумочка для пластиковых карточек. У меня, кстати, вот здесь не было вот такой вот штуки. И вот эта вот внутренняя часть очень похожа на натуральную кожу. Так, на ощупь. Типа замшевая. Ну, классно. Очень даже хорошо. У меня здесь не было такой. Так что, девчонки, присмотритесь. Вот такой вот большой комплект. Получается сумка полномерная, объемная. Сумочка-почтальонка. Потом косметичка. Тоже можно носить в качестве сумочки. И вот такой вот футлярчик для пластиковых карт. Еще в подарок вот такой вот. Думаю, что можно куда-то пристегнуть. Под настроение какое-то. Я тете, конечно, не буду пристегивать, но девчонки, кто молодые, вполне это как бы будет в тему. И теперь поподробнее я хочу показать и разобраться со всеми сумочками, которые вы видели в распаковке. Первая сумка — это большая сумка. В нее вложила я уже что мне осталось, и посмотрим поподробнее, как она выглядит внутри. Это вот такая сумка молочного цвета, жесткий каркас, жесткие ручки, материал искусственный, я уже говорила об этом, девчонки. Хочу сориентировать вас по размеру. Вот я ее в руке держу, и вы представить можете, какого она размера. Средний размер, не крупный и не мелкий. Самое то, что нужно. Для моего небольшого роста и такой некрупной комплекции, вот именно такой размер, это оптимально, что я могу себе позволить. Сумка качественная, сразу хочу сказать, качественная. Дно на ножках. Я люблю, когда дно выполнено вот в таком жестком варианте и имеет ножки. С одной стороны нет никаких кармашков, с другой стороны есть кармашек, что опять-таки очень удобно, если вы носите с собой ключи, какие-то там мелкие предметы, нужные вам постоянно, то вот этот вот карман очень удобно, функционально. Вообще эта сумка мне понравилась. Так, следующий момент. Внутри у этой сумки одно отделение большое, другое отделение такое с карманом и кармашек. С другой стороны кармашки для телефона. Вот, собственно говоря, что касается вот этой крупной сумки. Крупный, это самый крупный из того, что мне пришло. Да, по бокам имеются такие шлевки для длинного ремня. Я как-то в обзоре показывала такого плана сумку и говорила о том, что я ношу эту сумку на длинном ремне. И мне кто-то из девчонок написал, что вот такие сумки не носят на длинных ремнях. Ничего подобного, носят. Единственное неудобство может быть доставляться в том, что вот эти вот ручки будут мешаться, когда вы будете эту сумку нести на длинном ремне, то эти вот ручки будут под мышкой у вас. Вот с этой сумкой такого не случится, потому что ручки эти вот так вот опускаются. То есть мы их можем опустить, и они не будут мешаться абсолютно. И, в общем-то, длинный ремень, кстати, вот сюда он и прилагается, идет в комплекте. И можно вполне пристегнуть. И, как говорится, ничего такого страшного в этом нет. Я думаю, что при желании вот эту вот сумку вполне можно носить и на длинном ремешочке. Но я вот ее планирую носить все-таки без ремня, потому что она вот сама вот в таком
виде, как бы очень стильно, классно смотрится, и, как говорится, ничего лишнего не нужно. Уж если хочется сумку на длинном ремне, то вот в комплекте была и вот такая вот сумка-почтальонка. Единственное, что... Сейчас вытащу отсюда. Она обычная, никаких тут кармашков, ничего нет. Единственное, что мне не понравилось, это вот этот вот... как бы ремень вот этот вот, ну, придает такую дешевость. Я его, естественно, убрала, и носить я его не буду. Как-то мне это не нравится все дело. А буду носить ее также вот на длинном ремешочке, так же, как через плечо, либо вот как почтальонку сумку. В общем-то, вполне себе мне вот это тоже понравился вариант. Даже в качестве, знаете, ручной клади. Девчонки, кто постоянно там перелетает, пользуется вот услугами Аэрофлота, это вариант очень подходящий. Ее можно одну сумочку вот так вот, как почтальонку, и вот эту вот сумку, как ручная кладь, вполне себе хороший вариант. Вот. Следующее, что шло в комплекте, тоже хочу показать, девчонки, поподробнее. Это вот такой... косметичка, кошелек, что это, я даже не могу сказать. Ну, скорее всего, это косметичка, потому что кошелек тут как бы, не знаю. Выглядит он вот так вот. Тоже мне вот этот вариант понравился. В самом вот этом кошелечке, косметичке, был ремешочек. Можно носить вот на руке вполне. Для телефона, ключей, каких-то мелких предметов, там, блеска для губ. Что-то можно сюда положить. Покажу. Вот на застежке открывается. Есть вот замочек. И здесь никаких отделений нет. Тоже удобная, функциональная вещь. Вполне себе хорошо. И следующие. Уж положили вообще мусипушку вот такую вот. Это для пластиковых карт. Тоже хорошего качества. Вполне нужная вещь. Покупать, если отдельно, скажем, у меня с собой здесь нет, в России оставила я вот это все дело, все эти карты свои банковские. И, конечно, удобно. Качество хорошее. Вот открываешь, вот изнаночная сторона, она очень-очень похожа на натуральную кожу. И само вот это вот по ощущению, ну, очень похоже. Сейчас вот эти вот заменители все, они эко-кожа называются, но... как бы технологии такие, что качество отменное, поэтому ничего страшного, если это вот будет не из натуральной кожи. Вот все, что касается подробного обзора и рассмотрения вот этого заказа, девчонки, ссылку оставлю. Стоимость вот этого комплекта, по-моему, $34. По ссылке пройдите, посмотрите. Вот учитывая, что в этот комплект входит вот столько предметов, это очень-очень даже небольшая цена за отличное качество и функционал. На этом все, мои дорогие. С вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.